Еще раз приветствую всех тех, кто только что присоединился к нам. Доброе утро, наши дорогие телезрители. Напоминаю вам о том, что сегодня мы все утро говорим об объятиях по той самой причине, что завтра, 21 января, наступает Международный день объятий. Пользуясь случаем, хочу упомянуть о том, что партнером нашей программы являются подгузники Bambino. И, кстати, сегодня, дорогие друзья, мы разыгрываем всю эту упаковочку. Чем хороши подгузники? Ну, во-первых, линейка подгузников Bambino была разработана для того, чтобы обеспечить вашему малышу максимальный комфорт и свободу движения 24 часа в сутки. Звоните к нам в студию по номеру 90-31-21 и рассказывайте, пожалуйста, о своем таком самом запоминающемся романтическом дне или вечере, о романтическом поступке, о романтическом жесте, одним словом, обо всем том, что связано с романтикой. Тем временем в моей студии уже есть первый гость, и это певица Айя Садырова. Доброе утро, Айя. Доброе утро. Как ваше настроение с утра? Расскажите, пожалуйста. Отлично, спасибо большое, Зарин. Наверняка вы уже в курсе, что завтра у нас будет наконец-то день объятий. Угу. Тот день, когда можно будет, я думаю, обнять самых близких и любимых. Наверное, вы это делаете каждый день, да, если я не ошибаюсь? Конечно, при встрече хочется обнять любимых друзей. Любимого человека, мне кажется, это естественно для человека. Даже вообще, вот внимание на это не обращаем, да, все само собой происходит как-то. Мы же не идем, видя друга, и не думаем, сейчас я подойду, его обниму. Конечно, это все получается так, что ты идешь с открытой душой, его обнимаешь. Отлично. Итальянские медики пришли к таким выводам, что объятия – это эликсир молодости и долголетия, и что вот это полезно, и что нужно обниматься. Что вы думаете по этому поводу? Любые положительные эмоции ведут к долголетию. Недаром говорят, улыбайся для того, чтобы жить долго и счастливо. Ну, я думаю, что вот много объятий достается вашему сыну, наверное, да? Расскажите, пожалуйста, об этом и о нем подробнее. Наверняка нашим телезрителям интересно. Конечно, самое лучшее объятие в моей жизни – это, конечно, объятие с моим сыном и с моей мамой прежде всего. А сыну, конечно, больше всего достается объятия. Не только объятия, я его до сих пор ношу на руках. Даже сегодня с утра мама сказала, хватит уже. Моему сыну сказала, хватит на маму залазить. Она такая маленькая, ты уже такой большой, ты должен ее уже сам носить на руках. Так, на самом деле, каждое утро у нас так и начинается. Мама, он бежит, запрыгивает. И целый день так, вот ты вон туда встань, я вот так стою, он бежит со всего... со всей силой на меня закидывается, то есть это, ну, это любит лучше, обниматься. Конечно. Наверное, дети, да, тоже бывают разные все-таки, да, вот кто-то больше склонен к тактильному контакту, кто-то меньше. Мне кажется, все дети любят обниматься, поскольку они более искренние, в них нет ничего такого, чтобы можно было бы как-то не так расценить, то есть они очень, очень искренние, ну, мне кажется, каждый родитель поймет меня. Расскажите, пожалуйста, о своем сыне, как его зовут, что он любит, чем увлекается, чем вот сейчас, например, занимается? Его зовут Искандер. Так. Сейчас он ждет меня. Он любит... Господи, сейчас, наверное, меня все поругают. Он любит интернет. Любит интернет-игры, любит всякие обзоры смотреть. Уже сам снимает обзоры по поводу тех или иных игр, либо тех или иных игрушек. То есть он очень прогрессивный у меня мальчик. Мне кажется, сейчас все дети такие. Очень умные, адаптированные к современному миру. И он очень интересный. Уже... со мной разговаривает как взрослый человек, хотя ему еще 6 лет нет. То есть это мой друг. А вы вот не ограничиваете его пребывание в сети? Потому что вот я всегда думаю, что детство у нас было несколько другим. Мы играли во дворе, мы бегали, мы прыгали. Мы не знали, что такое телефон или планшет. А вот вы как мама, как к этому относитесь? Ну, во-первых, я очень трепетно вообще отношусь к своему сыну, поэтому во двор я его в таком возрасте в любом случае не выпущу. Конечно, когда мы идем куда-то с подругами, с их детьми, он там играет. Но если он находится со мной, я пытаюсь как-то ограничить его нахождение в интернете, но это у меня не всегда получается, поскольку я еще добрый человек, и когда он делает такое лицо, я уже не могу ему отказать. Но я стараюсь, Зарин, я над этим работаю, я сама понимаю, что... Но также я при этом понимаю, что сейчас очень сложно ограничить в чем-то ребенка своего, поскольку если я ему этого не дам, он захочет это найти где-то в другом месте.
Я просто смотрю, наблюдаю, отслеживаю, что же он именно смотрит. Если это что-то интересное, что-то познавательное, то я ему это разрешаю. Поскольку он получает там больше информации, черпает, чем от меня, либо от моего окружения, либо от моего вида, рода деятельности. Мне кажется, там очень много чего интересного можно найти. Кстати, если говорить о вашем, так сказать, о вашей профессии, частенько вы его берете вместе с собой. Наверняка у вас были съемки какие-то, вот новогодние огоньки. Кстати, любит ли он с вами ездить вот по таким мероприятиям? Он очень любит со мной ездить. Главное, чтобы это было недолго. Если какие-то длительные съемки, особенно новогодние огоньки, я его с собой, естественно, туда не беру, чтобы он там не уставал. Ну, а те съемки, которые происходят в течение недели, то есть это, ну, часовые, да, максимум, то везде он со мной, он знает, где его место. Мы приходим на работу, он знает, где его диван, туда садится. Там все работники его знают, все любят, все приветствуют. То есть он приходит уже как к себе домой, и он прекрасно знает, даже знает, по каким дням, куда мы едем. Он знает, что если там среда, то это значит, туда мы едем, там съемки. Если четверг, то туда, знает, мы едем. То есть он уже практически, он сам, как мой помощник. Он уже адаптировался к вашему образу жизни. Да, он знает, что заходить нельзя, когда съемки идут, через стекло наблюдает. Как съемки заканчиваются, он забегает, камера начинает смотреть, все начинают беспокоиться, что сейчас он не то что-то сделает, эта камера полетит. То есть, ну, он уже приспособлен к моей жизни. Отлично. Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. Желаем вам такого замечательного, прекрасного утра сегодня с певицей Аей Садыровой. Кстати, сейчас я предлагаю посмотреть клип. Я думаю, вы угадаете, чей. Конечно же, это будет музыкальная композиция от Аи Садыровой под названием «Ардагын». Смотрим. Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. Напоминаю вам о том, что сейчас со мной в студии находится певица Ая Садырова. Всем нашим телезрителям желаем доброго утра. Доброе утро. Конечно же, улыбок и отличного настроения. Ая, ну расскажите, пожалуйста, теперь о себе. Как называется ваша сольная карьера? Насколько мне известно, недавно вы записали песню под названием «Биле». И скоро планируете снимать клип. Вообще, расскажите, как родилась эта песня? Какие идеи у вас по клипу? Так, эта песня у меня родилась спонтанно. У меня есть друг такой, Эмиль Сарымсаков. Он написал аранжировку. Соответственно, я наложила музыку. Затем слова написали. Слова написал моей... Я на русском написала слова, но перевели их. Перевел свекор моей близкой подруги. Бека ее зовут. Он перевел, он тоже поэт. Слова получились красивые. В общем, смысл песни таков, что выходите танцевать, будет весело и все в подобном роде. То есть песня очень позитивная, динамичная, динамичная, очень не похожа ни на одну из моих песен. Обычно я люблю лирику, а это очень танцевальная, в стиле что-то хаоса, наверное. Вплоть, можно даже назвать, прямо на дискотеке поставить будет самое то. Я уже выступала с ней на новогодних огоньках, но на радио мы еще не давали, поскольку у нас еще есть некоторые идеи, мы хотим еще добавить туда национальные инструменты, а это сейчас очень некоторое модно, смешение говоря, стилей, да, то есть, скажем, ну, это будет так, интересно, да? В стиле Кыргызстана, то есть мы хотим добавить вот именно что-то, чтобы национальную нотку, чтобы это было вкусно, так скажем. Да. А каким будет клип, какие у вас есть уже идеи, если не секрет? Я думаю, что клип будет чисто танцевальный, то есть это будет, он будет состоять просто из клипов, из картинок красивых, из танцоров, поскольку сама песня подразумевает под себя именно вот танцы, драйв такой, никакого сценария загружающего, чтобы просто человек посмотрел и вдохновился, зарядился энергией. Танцы уже готовы, даже места для съемок уже готовы. Ну вот, говорим, мы просто все еще думаем. Мне кажется, кое-что еще надо доработать с этой песней. Ай, насколько мне известно, недавно вы приняли участие в одном спортивном проекте. Он продолжается и по сей день. Расскажите, пожалуйста, нам о нем подробнее. Что вы там делаете, как обстоят дела у вас? На самом деле, я только начала принимать участие, поскольку я сама по себе человек спортивный, но можно сказать, что умеренно спортивный, то есть для меня фитнес – это хорошо,
может быть, какие-то тренажерные залы. Полденс тоже, я очень большой поклонник. Но что касается лыж, сноубордов, там, то есть да, экстремальных видов спорта, это просто не для меня, я не такой человек. Но здесь почему-то я согласилась, поскольку мне сказали, я даже сказала, я не умею кататься на лыжах. Мне сказали, мы вас научим. И вот буквально на днях я стала первый раз на лыжи. Не могу сказать, что это мне не понравилось. Наверное, скорее больше понравилось, чем нет. Ну, это не было таких прям склонов, не было гор, но все-таки это был какой-то некий адреналин. Это не очень легко, сложновато, но интересно. А вот если среди наших телезрителей сейчас есть такие, которые хотят научиться кататься на лыжах, как побороть свой страх? Что нужно делать? Вот вы уже вчера попрактиковались, так сказать. Вы так спрашиваете, как будто я... Чемпионка. Да я не знаю, мне кажется, это просто кураж. Кураж, мы же живем один раз, нужно пробовать в своей жизни. Мне кажется, можно попробовать практически все, да, кроме энных каких-то вещей. Но мне, что касается спорта, конечно, можно попробовать, и сноуборд можно попробовать. Просто у меня есть подруга, которая сломала, она большой поклонник сноуборда, она сломала себе все. Лежала, я не знаю, очень долгое время лежала, она, у нее был реабилитационный период, так. Но тем не менее, это было, наверное, более даже года, тем не менее, когда она вылечилась, настолько она большой ярый поклонник, настолько она получала хорошие эмоции, что она все равно стала на этот сноуборд и стала дальше кататься. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, это все зависит от человека. Если вы единожды попробовали, вам не понравилось, вы найдете себе другой вид спорта, либо какое-то другое увлечение. Но попробовать однозначно стоит. Это мое личное мнение. Дорогие друзья, я еще раз напоминаю о том, что завтра весь мир будет отмечать Всемирный день объятий, 21 января. Поэтому сегодня мы говорим об объятиях. Кстати, звоните к нам в прямой эфир. Я проанонсирую вопрос немножечко попозже. Ну, а пока давайте посмотрим сюжет по теме нашего сегодняшнего дня. Партнер утреннего шоу «Улыбайся» – подгузники «Бамбино». «Бамбино» – заботой о вашем малыше. Ая, большое спасибо, что вы сегодня порадовали нас своим присутствием, нашли время, чтобы прийти к нам в гости. И, как всегда, по традиции, в конце беседы я прошу пожелания для наших телезрителей на сегодняшний день. Пожалуйста. Ну, поскольку завтра такой день, конечно, мне хочется пожелать, конечно, самых теплых, самых пламенных объятий с вашими родными и близкими. Не забывайте, что в этом мире нет никого ближе, никого ценнее, чем родные, чем близкие. Пусть над вашим небом всегда будет светить солнце, вернее, на вашем небе всегда пусть светит солнце. Пусть в вашем доме всегда присутствует уют. Конечно, большого счастья, здоровья всем. Берегите друг друга. Большое спасибо. Дорогие друзья, еще раз напоминаю вам о том, что партнером нашей программы являются подгузники «Бамбино». Линейка подгузников «Бамбино» была разработана для того, чтобы обеспечить вашему малышу максимальный комфорт и свободу движения 24 часа в сутки. И, кстати, друзья, еще раз одна такая вот небольшая напоминалочка. Разыгрываем сегодня всю эту огроменную упаковку подгузников «Бамбино». У вас есть замечательная такая возможность стать ее обладателем. Звоните к нам в студию по номеру 90-31-21 и рассказывайте, пожалуйста, о своем самом романтическом поступке, о своем самом романтическом воспоминании, быть может, какой-то в вашей жизни был романтический жест. Звонки такого характера, конечно же, приветствуются. Ну, а пока вы, так сказать, будете звонить в нашу студию, мы двигаемся дальше. Сейчас мы посмотрим музыкальный клип, и это будет Валерий Меладзе.